Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Sea of Stars. И в прошлой серии мы с вами типа прошли пролог, на самом деле нифига мы с вами не прошли. Тут осталось, так полагаю, еще минут на 15 пролога. Но мы посмотрели все детство, да, наших главных героев. Их, судя по всему, будет 3, возможно 2. Но, тем не менее, мы с вами продолжаем игру, мы будем проходить с вами, скорее всего, полностью. Так что, надеюсь, вы это дело поддержите лайком, да, все дела. Погнали смотреть, что нас дальше ждет. Так. А, мы с вами сшили, наконец-то, какую-то ткань. Что это такое? Полотенце? Как это называется? Ну, что-то мы с вами сшили. 10 лет сшили-шили и, наконец-то, сшили. Так, великий мастер, мы считаем, что уже готовы. Ну да, магический зуд в воздухе нарастает уже несколько недель. Поздравляю, больше не будет никакого шитья. Я переживу это. Скоро настанет время, когда вы отправитесь в путь к древнему туману. Но перед этим Зенитная Академия приготовила для вас еще одно испытание. О, наши гости только что прибыли, как раз вовремя. Ну давай. О. Сколько лет не виделись. Или виделись. Ого, да вы оба стали крепышами. Привет, рада вас видеть. Эрлина и вот этот мужик пришли помочь вам повторить основы боя. Повидайтесь с ними, затем придет время экзамена. Окей. Хотите повторить основы боя? Да мы с вами вроде чего там знать-то, да? Мы все знаем. Давай не будем. Выбор подходящего времени для ударов и блоков чрезвычайно важен. Вы точно не хотите повторить обучение? Нет. Я уже устал от этого пролога. Охота выйти в открытый мир, поизучать его. Так, а ты что расскажешь? Готовы изучить основы магии? Нет, это тоже разберусь. Разновидность урона и управление умом, кличку уже... Нет, мне прямо таки советуют очень сильно пройти еще раз обучение, но думаю, мы как-то справимся с вами. Слайды, обучающие основам боя, можно просмотреть в разделе «Как играть» меню паузы. А, ну если что, увидим. Все? Вы готовы к выпускному экзамену? Естественно, погнали. Этот важный день наконец настал. На протяжении долгих лет Зенитная Академия испытывала вас многими способами. И сейчас будет последнее испытание. Вы подготовили свои клятвы? Да, великий мастер. Тогда произнесите их. Ты первый заявил. Ладно. Для того, чтобы использовать свою способность очищать этот мир и защищать своих спутников, я становлюсь танцором клинка. Я выбираю изогнутый клинок, потому что он даст мне возможность использовать свою скорость и реакцию. Добро пожаловать, танцор клинка. А девушка у нас такая магичка будет, да? Хотя в детстве она наоборот вроде силачки хотела быть. Ну что, глянем. Так, давай, Валерия, я произнес, теперь твоя очередь. А, она вроде с каким-то посохом будет, ей какое-то такое оружие давали. Для того, чтобы использовать свою силу, вселенная надежда и уничтожать зло, я становлюсь боевой монахиней. А, угу. Я выбираю посох, потому что он не сломается даже при самых сильных ударах. Добро пожаловать, боевая монахиня. Сегодня вы должны продемонстрировать мастерство всего, чему научились в Зенитной Академии. Последнее испытание ждет вас сегодня. А, далее, точнее. Расступитесь, пожалуйста. Так, что, еще выше полетим? Что, правда? Нет? Да? О, пока не забыл, вот кое-что, что поможет вам поддерживать полное здоровье. Томатный сэндвич. Понял. Там это для магического волшебника. Магический волшебник, да-да. Итак, с верой в свои способности и следуя четкой цели, испытайте свои силы и вернитесь с новыми рекрутами нашего ордена. Я жду, Заил. Идем. Так, и что, типа вниз сигать? А, да? А, да? А, там вода.
Булькс. Окей, погнали. А, мы все еще в воздухе находимся. Понял. Не понял. Опа. Вижу лут. А я вижу лут. Погнали. Вижу лестницу. Так, банка с печеньем. Ни в коем случае не буду распрощаться со своей баночкой. Так, декоративный камень. Угу. А декоративный камень вообще в путь. Опа. На войну? Опа, не догонишь. Серьезно, не догоняют? Интересно, тут есть, кстати, левел? Мы в прологе в самом начале даже экспы не получали. Ну, сейчас узнаем, наверное. Чуть-чуть не побегаю. Так, ладно. Так, давай... Я хилять могу? Неправда. Так, давай влево бабахнем. Бум. О, кстати, того тоже задело. Ага. Ну и давай после атаки добьем его. А, отлично. Да, смотри, я опыт получил. До следующего левела 44 опыта, видимо, не хватает. Вот это мне нравится. А что, там ничего нету? Понял. Погнали тогда. Кстати, интересно, в этой игрушке есть кооператив? Вроде, кстати, нету. Мне известно. Но это не точно. Аккуратно. Я бы, если честно, вот на этом закончил испытание. Вот на этой веревке. Опа, теперь трое, да? Кстати, маната, смотри, потратилась, а в прологе такого не было. У меня каждый раз она восполнялась. Ужас, жестокий мир. Ладно. Давай тогда обычной атакой будем их пытаться убивать. Блин, знал бы, я бы не тратил ману. Просто в прологе она у нас не тратилась. Ну ладно уж. А, вон она чуть-чуть восстанавливается. Мне, кстати, не хватает, там вроде 4 стоит, да, чтобы похиляться. Так, ну с девчонка может еще доедать. Наряд, лунная магия. Выскакивающий от нескольких... О, вот это имба. Давай, как отстроя. В смысле, а чё не отскочила? Я что-то не так сделал? А, чё ты, не тот перс выбрал. Непонятно. Было бы понятно, но непонятно. Так, надо будет сейчас похиляться, надеюсь, я не умру. Да, он на него напал. Отлично. Наряд лунной магии, отскакивающий от нескольких целей. А как так, почему не отскочила? Ну вот, обучение пропустил по-любому из-за этого вообще. Сейчас взглянем, могу я сам себя похилять? Да, могу. А сколько я хиляю? Ну, терпимо, терпимо. Хотя я сейчас на 2 хп больше осталось. Опасненько сейчас на самом деле. Поражает врагов по дуге. Кого? Давай его. А он по двоим? Да, смотри, она по двоим бахнула. Ну и добиваем пацана, надеюсь. Отлично. Мне придется, кажись, банку с печеньем не взять, что-то мне подсказывает. А, точно, мы зачем все это делали-то? Yes. Погнали? Погнали. А, нет, что, все что ли? Тьфу ты. Они еще даже не были по ту сторону запретной пещеры. Как они могут понять? И ты думаешь, что нам даже не стоит пытаться объяснить? Ты видела, какие они сильные? Вирт будет плевым делом. Тогда им пора отправляться. Я думал, там еще что-то будет. Может и будет. Так. Жмакс. Оу. А, босс первый. О, вирт. Начинается экзамен. Соберитесь... А, только начинается. А до этого что было? Ладно. О.
Обзда тебе, Верт. Я думаю, невыгодно на самом деле юзать развитую штуку, я лучше потом хилять буду. Хотя хилять тоже немного, да, на самом деле. А, смотри, он через два хода только нападет, судя по всему. Видите, там двоечка над ним. Давай тогда заюзаем. Бам. А, ну он камень, естественно, на что я рассчитывал. А теперь единица. Погоди, не понял. Так, ничего хорошего. Давай пока так нападем. А, у него уязвимость к обычным атакам, что ли? Он так мало дамажит. Что это значит? У него уязвимость сменилась? А как глянуть? До этого так над ними прям показывала. Теперь такого нету. Там луна была. А, я понял. У него типа цвет меняется, и когда-то он больше к огню, да? Понял, все, пошло. Так, от нескольких целей. А что сильнее бьет? Вот, блин, плохо уже не написано, что больше дамага наносит. Да, уязвимость. Кстати, понял, как этот скилл работает. Надо было пробел нажимать несколько раз, чтобы он между целями, видимо, сыграл. Вот, теперь сзади цвет поменял на белый. Значит, просто его атаковать надо, да? Да? Смотри, все, доперло. Но он очень слабый. Если бы он раза в полтора... Не, 2,5 больше дамажил. Тогда да. А, так, что-то вообще слабенько, конечно. Так, ну давай, заюзаем способность. У него слабость к этой штуке. Так, солнце. Угу. Я как раз копил ману, чтобы сейчас ему очень больно надамажить. У него больше всего дамага, как я понял. Он этим огнем идет. На, нафиг. Это я понимаю, дамаг так дамаг. О, левел ап. Так, все статы повысились. Физическая атака. Мана. Интересно. Ему, наверное, будем физу качать, потому что у него один скилл, который дамажит сильно. А потом... Циклки приходится много. Да? Да, давай так и сделаем. А вот девчонки, я бы, если честно... Маны бы, наверное, добавил, да? 12. У него сколько скилл осталось? 6-7? Да, идеально. Давай я ей ману добавлю. Может, будет сразу 2 скилла выплевывать. Так, поздравляю, вы прошли хорошую подготовку. Возвращайтесь к своему великому мастеру. Погнали. Кстати, знаете, что хочу глянуть? Во-первых, чуть-чуть потише игру сделать. Это мне прям давит на уши. И клавиатура, может, где-то можно глянуть. Это что за кнопки? Эти пока нету, да? Блять, тут еще сколько всего. Так, меню. А боевки нету, что ли? Тут цвет движется, третье, второе. Вроде нету кнопки, которая показывала бы слабости противника, да? Ладно тогда. Потопали. Поздравляю, Зел, Валерия, вы научили всему, что могла вам дать Зенитная Академия. Мы сделали это, yes. Еще и за рекордное время. А теперь вы должны овладеть своей суперсилой, способностью применять магию без ее использования. Типа, спим назвучили. Но этими знаниями с вами поделится Древний Туман. Идемте, жители деревни уже собрались, чтобы попрощаться с вами. Так, нашего друга я не вижу. Только по особым праздникам, а как сегодняшний, жителям лунной колыбели напоминают о важности их обязанностей.
А где Гарл? Хороший вопрос. Много лет назад Зейл и Валерий появились у нас благодаря Большому Орлу. Две доставки на два солнцестояния подряд для нагрузки. Очень редкое событие. О, я помню, бабушка была так рада увидеть их обоих перед смертью. Что? Ладно, я не хватаю бабушки. А, это та самая бабушка, которая у нас там убиралась, когда они детьми были, что ли? Возможно. А, это кто слева стоит? Ладно, не может. Все вы собрались вместе, чтобы заботиться и защищать их точно так же, как ваши предки раньше делали для детей солнцестояния. Зейл и Валерия, сделайте шаг вперед, чтобы добрые люди лунной колыбели могли посмотреть на тех, кто вскоре присоединится к воинам солнцестояния. Эта показушность нелепа. О, позволь жителям деревни развлечься, это все, что у них есть. Теперь тебя это устраивает? Ты же знаешь, что нет. Теперь порадуйтесь вместе со мной, ведь мы отправляем этих юных героев через запретную пещеру к древнему туману. Все, что нам делать? Я хочу увидеть Гарла, прежде чем идти. Думаю, что пока нам придется подыграть. Скрестим пальцы, чтобы мы могли вернуться обратно после того, как повидаем древнего тумана. Целыми и невредимыми. Окей. Все, предыстория, так полагаю, заканчивается. А, еще нет. Зейл, Валерия, это путешествие вы должны совершить самостоятельно. Мы не подведем, великий мастер. Теперь ступайте через запретную пещеру к вершине горной тропы, чтобы получить аудиенцию у древнего тумана. Узнайте, как применять магию без ее использования, вы станете настоящими воинами солнцестояния. Да пребудет с тобой сила! Я не могу. Вот это должно обеспечить вам сытость на некоторое время. Томатный сэндвич, он направо-налево их раздает. Если ваше приключение окажется вам сложным, взгляните на это. Увлечь повествование. Комбо-ракета. Только что получили первые две реликвии, найдите их в разделе реликвии в игровом меню. Угу. Там они могут повлиять на ход игры. Сейчас глянем. Любите простые испытания или хотите попробовать себя на в полную силу? Реликвии предлагают различные варианты, и вы обязательно найдете что-то по своему вкусу. А, типа хардкор или пусси-бой, да? Понял, понял. И не упускайте торговцев. Продавая любые ценности, вы обеспечите себя сытый желудок и хорошее снаряжение. Куда бы вас ни завели приключения, помните о своем главном назначении. После того, как Древний Туман отправит вас в Большой Мир, вы должны успеть добраться до острова Призраков к следующему затмению. И продолжайте тренироваться, нас ждет тяжелое очищение. Тебе еще не верится, что он уже готов отправить их сражаться против Сиятельницы. Или Сиятельницы, я так и не понял. Морейн в своем репертуаре, мы были не намного старше в первый раз. Да, но... мы найдем решение. Хороших вам путешествий и удачи в очищении мира. Сундук! Дай полутать сундук. Тогда, кстати, его не было. Когда мы в первый раз тут ходили. Интересно, можно вернуться? Теперь уже нет дороги. В смысле, нет, а сундук. Мне специально, типа... ладно. Издеваются надо мной. Так, ну погнали. Так, давайте засейвимся, естественно. Обязательно. Теперь точно легче. На этот раз нам удастся. Так, давай засейвимся с вами. Так. Погнали. О,
Опа, уже вижу лут. Вижу лут, ищу путь. Так, тут какой-то механизм, такое ощущение есть. Так, тут какой-то проход. Куча проходов, понял. Давай вернемся пока обратно. Ну вот, уже какой-то псевдооткрытый ми... Ладно, забудьте, тут тупик. Так, как туда попасть? А вон там, кстати, слева, да, можно как-то или справа. Окей. Погнали тогда пока. Пускают. Ну а, давай посражаемся, надо опыт копить. А, смотри, вон написано. То есть не над всеми просто, да? Окей. Я тогда простую атаку завязаю на нем. Бах. Он, кстати, дамаг не нанес? Ну-ка. На него не нанес. Так, ну он теперь не будет атаковать, да? Ну-ка. Да, смотри, АФК сидит. То есть это не криты, это немножко другое. Понял. Понял, принял. Так, ну этого желательно добить. А мы знаешь, как сделаем? Там направо по-любому должно отскочить. Ну-ка. Да, смотри. Гений? Гений. И этот, ну, сейчас тоже умрет. Замечательно. Фига там опыта теперь надо. Много-много. Так, куча каких-то механизмов. Как их использовать, непонятно. Если бы мы знали, что это такое. А. Теперь понятно, что это такое. Так, оно случайно сейчас не сбросится. Давай-ка побыстрее это все дело сделаем. Да вроде нет. Ну и отлично. Так, а вот тут вот, я так полагаю, можно перепрыгнуть. А, понял. Все куда легче. Жилет путешественника. Наш первый лут, кстати, да. Пока вспомнил. Что у нас тут есть? Есть наш левел, есть какие-то джешки. Возможно, это валюта. Предметы. Куча томатной пасты. Вот жилет путешественника. А одеть я его не могу. Путешественники подтвердят, что жилет лучший предмет. Или, возможно, это знаете, как надо делать? Остережение, да. На кого наденем? Давай на тебя, наверное. Магическая защита, смотри, повышается. Да, аж на 5. Обычная тоже. Да, давай на него. Девчонка у нас будет больше мага выходить. Лунная монахиня. Так, что там еще есть? У нас что-то еще вроде было. Вот, реликвия. При 100% к максимальному здоровью и автоисцеление по окончанию боя. Блин, ну это немба какая-то. После удачного проведения своевременных атак и блоков из персонажа вылетает звездная ракета. Подходит для тех, кто предпочитает сразу видеть результаты своих действий. Или оттачивает. Не. Короче, то и то, кажись, просто помогает, да? Угу. Не, тогда не будем это все юзать. Мы как-то так с вами поиграем лучше. Так, две атаки, говоришь, да? Давай пока застанем его. Так, отлично. Ты чё? Фига, он скиллы юзает. Где научился? Так, давай-ка я похиляюсь, наверное. Хотя у него хил такой, блин, что даже использовать, если честно, вообще неохота. Давай-ка я лучше вот так сделаю. И... Вот так вот. Да. Отлично. Возможно, правее стоило на самом деле бахнуть. О, пизда. Все, смерть. Бла. Так, ну нормально, я должен победить, как бы там ни было. Победа будет за мной. О, с ним что-то дропнулось. Что это такое? Капуста? Что? Какая капуста?
Латук. Какая капуста? Латук. Че, сэндвич завязаем? Или пока не будем, да, до следующего файта, наверное, поэкономим немножко с вами. Ага. Не дотягивается, смотри. Так, тут какой-то ключ у нас есть. И сверху сундук. А как туда попасть? Так, а тут зачем? А тут можно вот так. Вот, смотри, что можно сделать интересное. Не, ну не гений ли, а? О, ключ из пещеры. А, это на выход, что ли, все? Не, ну погоди, я еще не закончил. Теперь мы делаем так, и вот тут. Это прям выход? А там больше никаких проходов не было, да? Я просто что-то вот здесь сверху увидел. Да, вон, смотри, там что-то есть. Или нас сейчас туда выведет, возможно. Пойдем глянем. Прикольные головки. Вроде и легенькие, да, такие. Грибной суп. Понял. Так, освоили комбо-навык исцеляющий свет. А вот это очень интересно звучит. Висящая жемчужина. Это типа предмет на продажу, да? Да, ценный предмет на продажу. Блин, не хочу хиляться. Хоть убей. Вообще ноль желания. Так, погнали. Залутаемся немножечко. Я так полагаю, мы сейчас самый вниз вернемся, и у нас та дверь снизу, да, откроется. Так, это что у нас такое? Обычные атаки исцеляют на 15% нанесенного урона. Ну да, у нас больше на ближний бой, наверное, будет. Сколько она дамажит? Понял. А, вот тут переключаться удобно можно. А на Ctrl A, все. Понял. Давай ему дадим. Он больше всех по лицу получает. Заслужил немножко вкусняшек. Да, смотри. Придется, к сожалению, наверное, нам с вами использовать хилку. А, погоди, навыки можно прям тут, что ли, юзать? Да, смотри, правда, я могу прямо сейчас навык заюзать. Только на бой у меня, да, не будет. Че, как думаете, справимся так? Ну... Вообще с маной беда. Я бы хотя бы немножко, но покушал. Да? Ну, давай вот так оставим, я думаю, этого за глаза за уши должно хватить, на самом деле. Так, да, нападаем на этого человека. Он сразу ходит, да? Так, у них еще есть какая-то совместная теперь скиллуха, как я понял. Совместная скиллуха. А как его юзать? Не понятно. А, вот комбо. Я не могу, потому что... А, это потому что комбо надо заполнить. Все, понял. Вопросов нет. Давай я захиляю нашу девчонку. О, фига себе, это мне так прокнуло. Ничего себе. Так, давай этого убьем, надеюсь, киллом. Дамага много. Угу, отлично. Ну все, тут победка. Если, конечно, они сейчас пока до скиллы не будут юзать. Должна быть победка. Так. 5 маны, да? Так, вот, можем комбо. Удар, солнцестояние. Давай глянем, как комбо работает. Работает как комбо, на удивление. Так, надо этого срочно добить. Ну, вроде должно хватить дамага. Так, и этого мы тоже вроде коцали. Или нет? Не, мы его не коцали. Ну, как обычно, он полечил по лицу. Ну, ничего страшного. А, отлично, погнали. Вроде все залутали, что могли. Ну, как мне кажется.
Устройство сломано, мы не можем включить мост. Кажется, здесь слева есть обходной путь. Стоит попробовать. Погнали. Так. Куда-то мы пошли. Так, это что такое? Пауки какие-то. О, разбить лагерь можно. Давай отдохнем. Это как раз думал, когда он появится. Мы сейчас, так полагаю, можем фул отхиляться. Блин, жалко, нет анимации, как показано, да, что они отдыхают, все дела. Да, они полностью похилялись. Было бы неплохо. Так, снова и соперники, да? Или босс? Валерия? Кажется, что-то большое. Приготовься. Нифига себе большое. Это не паук. Что это такое вообще? Боже. Это определенно не паук. Так, чему у него слабость? Я уже... Не-не. Давай попробуем огнем. Надо понять, чем он... Испытывает к чему слабость? К огню. Понял. Так мало дамажит. Он меня не отравил случайно? Без понятия. Так, давай сразу же дугу, наверное, еще юзанем. Глянем, что у него с этим. А, у него и к этому уязвимость, что? Он настолько слабый, что ли? Какая способность у него уязвимость? Понятненько. Чего с вами ясно? Не зря я ману вкачал, конечно. Она может два скилла за раз бахнуть. Ой, что так поздно эта фигня появилась. Бомбы какие-то. Это что ты такое выпердил? Давай-ка вот это убью. Что-то оно мне не нравится. Так, пока будем просто атаковать. Не, ну боссик очень слабенький, конечно, на вид. Прям ультра слабость. А, ну или вторая стадия сейчас начнется. Нифига себе ты даешь. А давай-ка я покоплю на хил потом большой, да? Это лучшее решение будет. Блин, ну огонь, конечно, мое почтение дамажит. Кстати, что интересно, вроде я хочу качать нашего пацана, да, в ближку, но он очень много дамажит своим скиллом, а девчонка, наоборот, дамажит довольно-таки мало своими скиллами. Вот и вопрос, как лучше поступить там по итогу, да? Непонятно. Фига себе ты даешь. Блин, я успею хоть комбата накопить. Понятненько. Так. Началось. Так, ну, кстати, на них тоже комбо копится, поэтому нормально. Сейчас главное пожить немножко. Во, все, можем комбо. А, на кого-то одного. Блин. Давай девчонку, ладно. А, нет, на обоих, смотри. Ну так, все хорошо тогда. Я уже думал. Не судьба. Опять. Сколько можно? Мы с вами фул отхилялись, поэтому босса, я думаю, мы должны победить. У нас с вами крайне приятные скиллы, на самом деле. Прям очень приятные скильчики. Скильчики. Давай-ка я просто буду, наверное, атаковать. А то он опять сейчас там малолеток этих призовет. Ну что тогда скилл заюзаю в них. Всех. Так, ну чё, готов получать с ракет плюс, да? Лови. Ну чего ж ты. Я уже отхилялся. Вообще по барабану. Так, давай заюзай все-таки скилл, наверное. Больно, да. А что поделаешь? Так, давай комбо сделаем. Мне кажется, он уже при смерти должен быть, на самом деле.
Блин, мне не хватает. Вот я молодец-то какой. Мне надо... Давай тогда я похиляю девчонку пока. Мне кажется, сейчас больно будет довольно-таки. Ну тупанула, я что-то думал, мне отхватать должно, а мне ни черта не хватает по итогу. Так, вот сюда, может, он сейчас ходить будет у нас. Так, уже немножко, конечно, душненько. Так, кого? Давай сюда. Сейчас глянем, как они работают. Как я и думал, просто подходят и взрываются черти мелкие. Так, иначе там. Так, говоришь, атаковать просто? Ну... А, так он сейчас ходить уже будет. Не, давай-ка лучше похиляюсь. Я супчика бахну. Нифига себе, супчик! Какой супчик, мое почтение. Так. Я так и не понял, как эта штука работает. Может, надо в момент удара нажимать, чтобы он отскочил. Я просто сейчас сжмакал. Непонятно, в общем, пока. Так, ну ладно. Мы пока комбо собираем с вами по чуть-чуть. Так, комбо есть, но мы его юзать не будем, естественно. Иначе что. А, все что ли? Круто. А я тут что-то воюю с малявками. Так мало опыта, как за два обычных файта. Наш первый большой монстр. Да, а опыта как за ничто. Кажется, там есть выход. Погнали. Погнали. А тут что-то есть? О, смотри-ка, а? Спрятал чем-то. 60 золота. И еще один жилет путешественника. Вообще кайф. У нас теперь получается два жилета, да, путешественника? Угу. Так, ну и вроде тут больше ничего пожамкать нельзя. Тут ничего не подсвечивается, но я делаю выводы, что... Вроде как нет. Погнали. Так, а тут что-нибудь есть? А, мы теперь активировали мост. Понятно. Блин, игрушка вообще на самом деле крайне приятная. В плане и боевки, и управления, и сюжет тоже неплохой такой, честно. Вообще кайф. Так, это что такое? Четвертый. Наконец-то дела начали двигаться. Мне не терпится увидеть, на что способны эти двое. Не терпится поскорее вы. А пока подождем. Третий, ты знаешь, что делать? Угу. Нифига тут проходов, куда идем? Хороший вопрос. Так пока вот это справа, это главный проход, да? Пойдем сюда сгоняем. Я ищу озеро. Я, кстати, на скриншотах видел, там в озере рыбалочка даже есть. Я бы сейчас с удовольствием порыбачил. На это можно было бы даже серию закончить, потому что она уже идет довольно-таки много. Привет, ищите что-то конкретное? О! Можно удочку купить? Или и так можно рыбачить? Да ты тут можно меч крутой купить. Намного больше дамага становится прям. Блин, какая игра все-таки крутая на самом деле. Пока мое почтение. Так, а там справа, смотри, пройти можно куда-то. Не? Я все пытаюсь какие-то секретки найти вечно. Я ищу озеро, смотри, тут можно две какие-то рыбы поймать. Чух. Фига себе, закинул, так закинул. А, вон, надо на белой, смотри, держаться, да, там, где течение идет.
Все, понял. Понял. Сюда. Вы поймали лунную форель. Филе можно сделать. Давай сделаем филе. Че ее отпускать смысл-то? Правильно. Там, смотри, что-то есть, кстати, туда как-то пройти, мне кажется, можно. Я вот чего увидел только что. Вон там слева может как-то или... Или черт его знает. Так. Еще одна лунная форель. Ну там еще какая-то рыба вроде была. Так, погнали. А вон, смотри, вот тут справа какая-то, да, штука большая водится. Сейчас попытаемся не так далеко кидать, если это как-то, конечно, можно вообще. Не, я сейчас нафармлю, конечно. Не, он самую даль всегда заки... Нет, чё сейчас было вообще? Кстати, интересно, а можно, может, тут ящик можно поймать вдалеке? Именно сюда, то это капец будет неплохо. Нет, тут вон дальность какая, к сожалению. Но если тут рыбы на самом деле не так много, давайте все поймаем. Может, продать еще сможем, да? На эти деньги как раз себе оружие купим хорошее. Было бы вообще неплохо. Блин, туда по-любому как-то попасть можно. 100%. Так, тихо. Успокойся. Не, рыбалочка кайфовая. Так, давай по правой пройдемся. Главное не промазать. Ладно. Так, ну тут вообще фигня осталась по рыбе. Опа, неужели мы наконец-то сейчас поймаем? Че вы все встали? Че, устали что ли? Че с ним? Не выдавить. О, идеально. Ну ты шутишь? Серьезно? В прошлый раз так ты не хотелось ловиться, да? А вот сейчас так, конечно. Когда я уже навелся к тем рыбам справа. Так, ну это последнее. Там остались только вон те рыбки. Может, если я все, кстати, поймаю, мне проход откроется? Не, фигня, да, какая-то. Сейчас глянем. О, ну, наконец-то. Все, 4 рыбины у нас осталось поймать. Сминожки какие-то. Че, как креветка выглядит. Ладно. Блин, аж есть захотел сам. Так вкусно выглядит. Пиксельная еда, мое почтение. А, блин, Ctrl оказывается, это прям выйти. Я нажимал, чтобы немножко это самое, каким-то образом леску подспустить. Якс. Ну все, 2 рыбины у нас осталось с вами поймать. И осталось еще понять, как все-таки туда попасть. Каким-то волшебным образом. Ну, навряд ли... Не, удочка не докидывает. Это и так уже понятно. Там дальность всегда одинаково не было. Может, надо что-то подцепить этой удочкой. Черт его знает. Ладно, последняя рыба. Давайте вылавливаем ее. Надеюсь. Если она захочет ловиться, конечно. Я тут. Не хочет. Жалко, нельзя настроить дальность броска этого. Сейчас постараюсь максимально вот так вот вправо. Вот так вот, вот так вот. О, замечательно. Все, последняя рыбина. Опустошил полностью озеро. Так, ладно, все, мы отсюда уходим. Право, может, какой-то проход есть, я не знаю. Может, туда... А! Фига себе. А я что-то и не подумал вообще, что можно просто поплавать. Даже мысли не было. Так, молочный продукт. Так, а справа у нас что? Их проходов нет? Да, вроде нет.
Окей, пойдем глянем, стоит ли вообще хоть чего-то эта самая рыба. Так, рабочку нельзя залутать? Где? Так, продать. А, да, можно. Все по единичке, к сожалению, стоит, но... Может, лучше тогда купим с вами оружие, да? Я так подумал. О, а можно мое продать? Замечательно. И медный посох давай также. Нормально. Улучшились немножечко. Рыбу себе оставлю, не буду ее продавать. Здесь, мне кажется, можно будет еду готовить в будущем. Что-то мне подсказывает. Неплохо. Неплохо порыбачили, покайфовали, так сказать. Так, вот тут справа есть какой-то прохит. Храм солнцестояния. Сейчас зайдем в гости? Давай зайдем. Нам бы просто засейвиться. И на этом, друзья, мы пока что с вами заканчиваем. Нормально сегодня посидели. Получше, чем в прошлый раз. Там прям очень много сюжета нам завозили. Тут и порыбачили, и с двумя боссами сразились, да? Уже поинтереснее становится по чуть-чуть. Но, тем не менее, пишите, как вам игрушка. Я думаю, мы с вами, как я говорил, будем полностью проходить. Ну, вы все равно ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, и лайкайте. Обязательно. Колокольчик не забывайте тоже, естественно. Все, друзья, всем спасибо за просмотр еще раз. Скоро увидимся. Всем пока.